Улицу Дубиновского в Бельцах ремонтируют по новой технологии. В качестве покрытия использовать будут специальную смесь, которая более износостойкая, чем традиционный асфальт, и стоит дешевле. Об этом БТВ рассказал вице-мэр Игорь Шеремет. Производитель смеси дает гарантию на 5 лет. Шеремет рассказал, что если эксперимент удастся и ремонт улицы оправдает надежды, аналогичным образом отреставрируют и другие дороги, в том числе и в частном секторе.